Всем привет! На канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел. И сегодня мы с вами будем готовить два замечательных рецепта шашлыка из карпа. А поскольку карпа я еду добывать вот этими собственными руками, и вообще, в принципе, видео, даже первое видео на моем втором канале рыбалки вы можете посмотреть, вот тут будет ссылочка внизу в описании, весь процесс. Карпа вы, кстати, можете купить в магазине или заказать у кого-то, у какого-нибудь рыбака, чтобы вам поймали, но вкуснее рыба всего свежеспойманная, не с магазина, которая там лежала и умерла своей смертью, а именно пойманная свеженько и еще желательно своими руками. Так будет в два раза вкусней. Мы с вами поедем на одну базу отдыха, на которой я был зимой и весьма успешно ловил там щучек. Вот тут будет фотография. И, собственно, дал себе обещание, когда потеплеет, отправиться на рыбалку и попытаться ловить. Там вот есть несколько водоемов, я вам сейчас все покажу. Поймать хорошего, качественного карпа. Ну, и я надеюсь, трофейного в этом году для себя. Итак, прибыли мы на базу, уже закинули свои вещи в домик. Посмотрите, пожалуйста, вот находится, кстати, здесь именно озеро. Не с того, который выкопали сами, а озеро. Вот там вдалеке стоят лодки. Их можно будет взять в аренду. Цены, в принципе, я здесь либо под роликом напишу. И не знаю, будем брать лодку, не будем. Сейчас посмотрим, как пойдет ловля с берега. И на сайте тоже сделаю ссылку, где и что можно будет почитать. Так, давайте перейдем к домикам. Вот домики, тот самый большой, внутри него еще есть сауна. Там позже посмотрим, как это все выглядит внутри. Там две спальни, все очень круто. Домики все сделаны из таких цельных срубов. Давайте посмотрим, покажем, что вам внутри. Лестница тоже сделана из цельных таких вот упругих бревен. Вот тут есть такой стол огромный, на него уже... Вот тут есть такой прикольный, хороший, большой стол, человека, наверное, на 5, на 6. Можно спокойно расположиться. Вот там, кстати, находится детская площадка, поэтому если вы приезжаете с детьми, детям будет чем заняться. Есть качели. Есть дополнительно еще стулья стоят тоже, 4, 5, 5 стульев. Хорошие, плотные такие двери, можно не беспокоиться, что кто-то залезет. Да и, в принципе, здесь территория охраняемая. Итак, что касательно кухни. Заходим и сразу попадаем на кухню. Тоже изнутри все цельнометаллический брус. Тоже, кстати, вот удочки уже поразбрасывал, где только можно. Есть раковина. Кстати, весь набор посуды. Можно с собой не заморачиваться. Есть ножик. Вилки, то есть можно не заморачиваться, с собой не тащить кучу всего, рюмки, чашки, ложки, там все полностью есть, тарелки. Также тут есть холодильник, он достаточно вместительный, есть морозильная камера, я уже сюда набросал кучу различных продуктов, замариновал шашлык. Теперь что касательно удобств, все удобства находятся прямо здесь внутри. Тут все четко, все понятно, есть бойлер, который нагревает воду в любое время. Хороший чистенький туалет, душевая кабинка, тоже все так цивильненько сделано, есть фен, свежее полотенце, кстати, это все идет в комплекте. А есть кладовая, где можно разместить вещи, тут, кстати, я так понимаю, можно отдыхать фактически целый год. А шезлонги бесплатные, которые идут в комплекте с домиком. Ну и непосредственно сама спальня, здесь есть несколько кресел. Кровати, которые при желании можно сдвинуть. Все так, эко-стиль такой. Прям, ну прям, не знаю, хочется в этом домике провести не один день, а всю неделю, грубо говоря, вот так пожить. Обалденный вид из окна. Выходите и сразу вот там пирс. Можно плавать, купаться. Кстати,
рядом с каждым домиком есть вот такие замечательные мангалы, где уже заботливо подготовлены будут для вас дрова. И такие прикольные парковочные места для машины. То есть вы ни за что не беспокоитесь. Спокойно приезжаете и занимаетесь тем, что отдыхаете. Без забот, без хлопот. Такая вот интересная территория. Они будут еще развиваться, там доделывать домики. В общем, очень круто. Вам стоит приехать и посмотреть самим. Кстати, пока вот стоит такая ужаснейшая просто погода, нам решили показать вот тот домик, за который я говорил в самом начале. Здесь и спутниковая тарелка, значит, есть и телевидение. Это домик, в котором находится также сауна. Давайте посмотрим, что же внутри этого домика. Так. Здесь уже есть тамбур. Так. Здесь побольше уже бойлер, видимо, рассчитано на большее количество гостей. Так, а здесь две ванные, да, комнаты получается? Или одна? И тут туалет, это... А, это просто туалет? Да, да, да. Окей, здесь уже так более дорого-богато. Здесь большая есть гостиная. Ну, здесь уже больше сделано в стиле сауны. Есть большой телевизор плазма. Вот. Аудиосистема. А здесь уже непосредственно, я так понимаю, душевая кабинка и сауна. Катка есть для холодной воды. Душ. И сауна. Все, кстати, тоже сделано из дерева на 100%. Экологически чистая. В сауне теоретически, я так смотрю, помещается до 10 человек. Достаточно большая такая, двухуровневая. Что здесь? На основе камней, да. На основе камней. Ну, реально круто. Печка топится дровами. Ну, сверху лежат камни. Там рассказывают, что печка топится дровами, что естественно. А, здесь второй этаж есть. А с виду не было, не видно было, что два этажа здесь. Вроде такой же высоты домик. Это первая, да, спальня? Да, тут две спальни. Прям под потолком, под крышей. И вторая спальня. Со второй спальни вот такой прекрасный вид открывается. Ну и если вы едете с семьей, то вообще отличный вариант. Одна комната остается детям, а вторая родителям. Никто никому не мешает. Здесь топится непосредственно уже сауна, можно самостоятельно управлять. Тоже есть шезлонги для того, чтобы хорошо отдохнуть. Здесь также, выходя из домика, попадаем на вот такой чудесный вид. И растет несколько сосен. Вдалеке есть лес, озеро. За домиком также находится площадка, парковка и мангал. Возле каждого домика, точно так же, как и возле нашего, здесь тоже есть мангальчик такой. Все красивенько, чистенько, цивилизованно. Такая вот интересная база отдыха Вельшана. Итак, только я собрался уже идти ловить рыбу, начался дождь. Причем не просто дождь, потому что обычно в дождь я ловлю рыбу безо всяких проблем, а гром и молния. Кстати, если кто знает, почему нельзя ловить на фидера и на болонскую снасть, например, во время грозы, напишите в комментариях. Ладно, я вам отвечу на этот вопрос, потому что молния легко попадает в карбоновые удилища и есть риск получить травму, несовместимую с жизнью. Ждем, пока закончится дождь, и пойдем раскладывать. Да, наверное, сегодня рыбку не половим. Небо страшно затянуто. Даже не стал доставать удочки. Посмотрел на небо, понял, что даже не успею рыбу закормить. Но ничего, надеюсь, после дождя сможем.
Итак, дождь наконец прошел, и я начинаю ловить рыбу. Ловить я буду на два фидерных удилища. И последнее время я все чаще использую дешевые спиннинговые, например, как крокодил. Это мощное, тяговое, такое хорошее удилище. Разницу мы посмотрим. Честно скажу, для меня то, что лазит в багажник машины, это, как правило, такие дешевые спиннинги, которые там собираются с двух частей, длиной до 2,5 метров, просто идеально подходят. Есть вот один дорогой спиннинг. На нем стоит дорогая катушка. Два других. Один фидер дорогой. На нем стоит более-менее такая дешевая катушка. Гривен за 600. Ну и крокодил, который куплен был за 250 гривен. И катушка за 180 гривен вместе с леской. Итак, на болонскую снасть я рассчитываю поймать амура. Вот здесь у меня находится такая вот оснастка, крючок. Ну и пока я решил прервать свою рыбалку, жена захотела кушать. И мы сейчас идем в ресторан. Кстати, вот помещение ресторана. Очень круто оно все здесь сделано. Такие террасочки, клумбочки. Да и вообще территория очень ухоженная, очень красивая. Кстати, сосед уже вон сидит, палатку расположил. Я свои удочки смотал, оставил прикормки над водой. Ну, сейчас мы прервемся на часик на ужин, а потом я продолжу ловить своего трофейного короба. Кстати, поскольку мы сюда приехали попробовать, что такое осетер, то, соответственно, мы сейчас закажем что-нибудь с осетром, ну и что-нибудь с коропом, чтобы не зря приехали. Кстати, персонал здесь также ловит рыбу. Вот стоит удочка бармена. И это очень круто. Эти лодки, что я вам говорил, что можно взять в аренду покататься. Цены очень демократические. Вот такая обалденная летняя терраса. Шезлонги, зонтики, все есть. Сейчас вечер, уже достаточно прохладно, чтобы не говорить, что жарко, там тяжело сидеть на улице. На улице просто бомбически сейчас. А вот, собственно, и само помещение ресторана. Здесь мне очень нравится, что высокие потолки. Высота 10 метров. Такой вот декорированный бар. Виды просто с каждого окна панорамные, прекрасные, на озеро, на террасу. Вообще здесь отличное место, чтобы провести какое-нибудь мероприятие, день рождения, там, не знаю, свадьба, крестины. Я, как вы знаете, сам недавно женился. Если бы я подумал об этом раньше, возможно, было бы свадьбу организовать и здесь. Ладно, сейчас пока возьмем меню и посмотрим, что мы можем заказать. Итак, принесли меню. Можете оценить, насколько здесь демократические цены. Кстати, у этого ресторана есть две козырные карты. Первая — икра черная, осетровая. Вот мы с вами снимали ролик, как разделывать осетра. Здесь находится целая осетровая ферма. И икру добывают фактически сразу. Только есть заказ на икру, сразу же ее достают, засаливают и приносят. То есть она реально свежайшая. Ее не готовят впрок, ее не продают в баночках. А как только вы заказали, так вам ее сразу и приносят. Что касательно вин. Еще зимой я заметил, что вина здесь реально, вот как они есть, Италия, Испания, Франция, точно так оно и есть. То есть это не какая-то подделка, а реально вот то, что я пил в Испании и в Италии, когда жил во Францию, когда мы ездили на выходные в Италию, вот как оно есть, так оно есть. Реально вкус один в один. То есть это означает, что это реально импорт, не подделка, ничего. Ну, собственно, цены вы видите, просто космос. Я скажу, в том, для Киева или для Черкас вообще даже говорить не о чем. Пиво Балтика Семерка 30 гривен за 0,5. Ну, в любом пабе, баре. А вы посмотрите, какой здесь вид. И вы находитесь за городом. То есть должно быть все в разы дороже. Но тем не менее, все очень круто. Итак, мы, посовещавшись с женой, заказали вот такой салатик. Это нисуаза. Вот она. Салат нисуаз. Из... тушеным осетром. Вот так он выглядит. Большая достаточно тарелка. Картофель здесь, яички.
помидоры. Будем сейчас пробовать. Сейчас еще мы карпа заказали. Посмотрим, как выглядит карп, и приступим к трапезе. Итак, буквально спустя 10 минут, как мы заказали салат с тушеным осетром, принесли карпа с тайскими овощами. Или карпа по-тайски. Ну, в общем, вкус карпа я знаю, но самое важное, я хочу попробовать, какой на вкус осетер. Вот у нас здесь есть филешечка такая с каким-то соусом. Попробуем. Ну, навскидку я не скажу, чем соус, но рыба такая, имеет такую плотную фактуру. Такой, кстати, не ярко выраженный рыбный вкус. Поначалу даже не скажешь, что ты ешь рыбу. Такой, блин, я даже не знаю, как это описать. Это, сейчас попробуем вот все вместе, там, картошку. Здесь я вижу какие-то молодые ростки. Яичко. И филе осетра. Блин, ребят. Если честно, ничего похожего на осетра я в жизни не пробовал. Блюдо стоит относительно недорого. Хватает его на одного-двух человек. Я так думаю, будет вообще без проблем. Здесь все достаточно сытно. Картошка, вареные яйца. Я не знаю, как описать вкус осетра. Это рыба просто, которую стоит попробовать. Вы не думайте, это не реклама, ничего. То есть вот я уже второй раз здесь, и мне реально это место очень нравится. Как обслуживающий персонал работает, как идет подача блюд. Скорость. Ну и в принципе вот эта тишина, с которой можно убежать от городской суеты какой-то, вот просто погрузиться в такой просто тотальный релакс. Мягкая, ненапряжная музыка в ресторанах, отличные виды. Ладно, осетра мы попробовали. Давайте попробуем карпа. Карп — это у нас горячее блюдо. Посмотрите, какая филешечка у нас здесь замечательная. Приготовлено оно все было на огне. Так. Смотрите, здесь просто все идеально проготовлено. Пока без соуса. Ребят, стейки с карпа. Я думаю, они его готовили на гриле, в котором можно слегка его подкоптить, потому что такой весомый аромат дыма, подчеркивающий просто нежнейшую фактуру карпа. Даже не знаю, как можно это все описать. Сейчас попробуем овощи. Ребят, овощи также на гриле. Здесь вот есть какой-то соус. Сейчас мы попробуем это все с соусом. Блин, я укусил себя за щеку. Ребят, это настолько вкусно. Я не буду, наверное, рассказывать секреты этого соуса. И я их, наверное, сам не разгадаю. И спрашивать их у персонала или у шеф-повара. Но это просто на уровне лучших европейских ресторанов. Ребят. Честно скажу, у меня нет сил больше сдерживаться, что-то вам рассказывать. Вам обязательно нужно приехать сюда и это попробовать. Ну, мне нечем сравнивать. Я последний раз так вкусно кушал, и реально, когда жил в Испании. То есть это было реально высокий уровень. То есть это кулинария
я не знаю, для такого места, для Черкасской области, это просто на самом высшем уровне.